Саров стал 10-м закрытым городом, который народный артист России Алексей Гуськов посетил в рамках программы «Территория культуры Росатома». Актер подчеркнул особенности ЗАТО, которые становятся заметны сразу. Города – замечательные дети. Они воспитаны, они интересуются, у них совершенно другие глаза. И дальше я стал как бы размышлять, что же так происходит, почему же так случилось. Но, вероятно, вот за счет того, что сохранено некое, вот эти города построены определенным образом. Алексей Гуськов рассказал о студенческих годах, о съемках в знаковых для своей карьеры фильмах, в том числе о том, как шла работа над итальянской картиной «Иоанн Павел II. Святой человек», где актер сыграл главную роль. Также Алексей прочитал отрывки из своих любимых произведений. «Я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя». На праздничном вечере работникам культуры вручили благодарственные письма и грамоты от администрации города. Среди награжденных была и Евгения Соболева. Уже больше 4 лет она работает в детской библиотеке имени Пушкина. Евгения говорит, что сегодня, как и много лет назад, библиотека остается востребованной у читателя. Библиотека сегодня – это не просто место для получения книг, для обмена книгами. Это центр притяжения для подростков, для детей любого возраста и для взрослых тоже. Также работники культуры закрытых городов получили грамоты и благодарственные письма от госкорпорации «Росатом». Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».